Йо, привет, меня зовут Павел Лопастов, я инстаграм-эксперт, а в этом обучающем видео я тебе расскажу о 5 рабочих способах, как защитить свой инстаграм-аккаунт от взлома. Если тебе интересна эта тема, то почему бы тебе прямо сейчас не поставить лайк, ведь лайки мотивируют записывать мне больше видео специально для тебя, поэтому ставь лайк, а мы начинаем. Начну с того, что чуть ли не каждый день мне пишут с вопросами, а как защитить аккаунт от взлома? Ой, помоги, мой аккаунт там взломали, пожалуйста, помоги, восстанови и так далее. Именно поэтому я решил записать это видео, ведь как только ты раскручиваешь свой аккаунт, он набирает какой-то вес, какую-то популярность и известность, то твой аккаунт, скорее всего, становится мишенью взломщиков. Первым делом, как правило, злоумышленники пытаются взломать почту, которая привязана к инстаграм-аккаунту. И самый первый простой способ защитить свою почту от взлома, это придумать какой-то сложный пароль. Существует куча различных сайтов, которые помогут сгенерировать очень сложный пароль, но я бы все же тебе посоветовал придумывать пароль вот как. Во-первых, в пароле должны быть цифры, буквы, они должны чередоваться с цифрами, также должны быть заглавные буквы и желательно какие-либо дополнительные символы, которые невозможно набрать на клавиатуре. Существуют некие мини-клавиатурки с уникальными символами, которые просто присоединяются к компьютеру и вводятся, чтобы улучшить безопасность твоей почты. Также помимо сложного пароля я тебе рекомендую включать двухфакторную аутентификацию, чтобы тебе приходил специальный код, который ты вводишь и получаешь доступ к своему аккаунту либо почте. Кстати, по поводу почты. Используй более надежные почты, типа Google, Яндекс и так далее. Mail, Yahoo, эти все почты, они менее надежны, к сожалению. Это мой личный 5-летний опыт работы с почтами. Либо гугловскую почту использую, либо почту Яндекс. Второй способ защитить свой инстаграм-аккаунт – это, само собой, придумать очень сложный пароль от самого инстаграм-аккаунта. И да, очень важно, пароль от инстаграм-аккаунта должен отличаться от пароля, который у тебя на почте. Третий способ защитить свой инстаграм-аккаунт от взлома – это привязать свою инстаграм-страницу к профилю в Facebook. Ведь даже если твою почту взломали, то если у тебя аккаунт привязан к Facebook, то ты сможешь его всегда восстановить. Как это сделать? Заходишь в настройки инстаграм-аккаунта, нажимаешь на кнопочку «Связанные аккаунты» и привязываешь свой аккаунт к Facebook. Там, кстати, есть и другие соцсети, привяжи, чтобы автоматически отправлять какие-то посты по всем своим соцсетям. Четвертый способ защитить свой инстаграм-аккаунт от взлома – это привязать номер телефона к своему инстаграм-аккаунту. Это все делается через настройки, и, кстати, на телефон тебе будут приходить всякие различные оповещения, новости и так далее. Например, если кто-то вошел без твоего ведома в твой аккаунт, допустим, из какой-нибудь Австралии, то ты об этом узнаешь. На телефон придет оповещение, что это типа вы заходили или нет. Именно благодаря этому ты сможешь вовремя среагировать и защитить свой инстаграм-аккаунт. Ну и само собой бонусный, последний, пятый способ, как защитить свой инстаграм-аккаунт от взлома, о котором знает очень малое количество людей, это просто взять и выложить пост со своей фотографией, написать кто ты, как тебя зовут и вбить свои данные. Также желательно сохранить ссылку на этот пост, ведь даже если злоумышленник тебя взломает и удалит все твои посты, то инстаграм это такая тема, в которой сохраняются все ссылочки на все публикации. И если вдруг тебя взломали, твой аккаунт заблокировали и так далее, то ты отправляешь службе поддержки, во-первых, этот пост, во-вторых, твою фотографию с циферками, что вот это ты, это твой аккаунт и так далее, и тебя, конечно же, восстановят. Да, кстати, один важный момент. Пожалуйста, не надо мне писать в личные сообщения, либо в директ с просьбами, ой, помоги, меня взломали. Я даже за большие деньги не готов восстанавливать аккаунты, потому что часто служба поддержки отвечает неделями, месяцами, и это все растягивается на большой срок, и ради каких-то там 5-10 тысяч рублей я не готов все это делать. Поэтому, пожалуйста, не пиши мне с такими вопросами. А если ты хочешь раскрутить свой инстаграм-аккаунт, то у меня есть свое платное обучение, если тебе это интересно, то пиши мне в личные сообщения ВКонтакте. Ссылочка на меня находится внизу в описании, поэтому переходи, спрашивай, обучайся, и я тебе, конечно, помогу. Если это видео оказалось для тебя полезным, то поддержи меня, поставь лайк, ведь я старался, очень записывал и выдавал такую ценную и бесценную информацию специально для тебя. Также подписывайся на мой YouTube-канал, тут я рассказываю все про Instagram, про раскрутку, про оформление профиля, про фотографии. Ну, в принципе, все. Я напоминаю, что с тобой был я, Павел Лобастов, Instagram-эксперт. Увидимся в видео, которое сейчас появится, либо скоро выйдет. И пока-пока!